Так называемую 5-процентную ипотеку в регионе будет выдавать Московский индустриальный банк. Он стал первым, кто подписал с администрацией округа соглашение о сотрудничестве. Согласно законопроекту, из бюджета НАО кредитной организации будет выплачиваться разница между процентной ставкой по кредитному договору, не превышающей ключевую ставку Центрального банка России, и ставкой 5% годовых для жителей округа. За работу. За работу. Этот момент можно смело назвать историческим. В Ненецком округе впервые заработает самая демократичная ипотека. Московский индустриальный банк выразил согласие участвовать в беспрецедентном проекте администрации региона. Это первый банк, с которым мы подписали сегодня данное соглашение о субсидировании. И сегодня мы можем совершенно четко сказать, что с момента подписания этого соглашения у жителей Ненецкого автономного округа есть возможность принимать участие в программе так называемая 5-процентная ипотека. Напомню, 5-процентная ипотека будет доступна только для зарегистрированных на территории округа граждан. Кроме того, действие закона будет распространяться на новое жилье, построенное в регионе. Размер ипотечного кредита не ограничен. Процентная ставка будет субсидироваться в течение 10 лет с момента заключения кредитного договора. Вопрос непростой. И Игорь Викторович сказал, что вопрос, проект амбициозный. На самом деле, нам бы всем хотелось, чтобы этот проект получился, и мы смогли с вами его достойно реализовать. Закон направлен на стимулирование коммерческого жилищного строительства в регионе. Игорь Кошин напомнил, что сегодня квадратные метры в НАО строятся только за государственный счет. Это социальное жилье для очередников различных категорий и программа сельского строительства. Воплощение программы о 5-процентной ипотеке даст новый импульс строительству и возможность гражданам по доступным ценам покупать жилье на территории Ненецкого округа. Анастасия Сабатович, Олег Хатандейский, Леонид Шишелов, телеканал «Север».